В Дагестане все силы полиции Дербента брошены на раскрытие убийства детей сотрудника республиканского МВД. Преступление было совершено накануне вечером. В это время Хайруддин Рамазанов с женой и дочерьми был в гостях. Дома остались двое мальчиков 11 и 12 лет. С родителями сейчас работают психологи. Множественные ранения. Так нескольких местах там, туловище, брюшной полости и так далее. Какой грех может быть на таком, в таком возрасте у детей? Просто, я не знаю, кого так рука пошла. И их людьми нельзя называть. Это изверги, настоящие изверги. Основная версия – разбойное нападение, похищенные деньги и украшения. В Следственном комитете также не исключают, что преступление связано со служебной деятельностью полицейского. Соболезнования семье Рамазанова выразил глава МВД Владимир Колокольцев. Он потребовал принять все меры для раскрытия преступления.